внешнего спуска, но и кисти потолок. Надо, я говорю, завтра отрезать внешнего спуска, и как, ну, то это все адреса вам ходишь. Это инспекция экологии, самому не вам ходишь. Где это не посмеет? Редресат, ну, не конкретно, не знаю, это сам дела по Кайбану Суретку, Ферна Викторча, Кола, Майсус, Майжос, Гройшка дела, Педуля, Кари, Чичарь, Мур, не работе. А кому не было, не дистанционно. Вы распомогли, пожалуйста, как служба лучше по автолечке, адресатовала был. Был просто скидки информации об автолечке. Я вам адресат, что он спустил носа с крема автолечки. Да, с него размесь. Чуть я забываю, что дар час не да, но это не чем с его речь. Да, и как репетиторно, ну что, это как пунктом, конечно, не же, не рисовал. Чи есть, это как карец, марчинешь, это было, ну, все-таки два интерпринта, ферма Бифорчи, Майсус ферма Бифорчи, тот Аша, и у целек, и карит по активитате, а мы, да, мы тут говорим, цара, как с ним, как ним, санатос. Ши, а мы его казет, как прямо он подарок, компонентца часа, с ним сумим, фонд мы их уродит, и как мы все в ней, ну, пенту с цели для проекта, с обелцу ноги, а пшенализали, карит, я пулялся. Я тут не мозг, за что тут я construit ceva, acum se extinde de ca etapa pe toate străzile și merge spre finish, adică nu trebuie ce să fie aprozionat ca și comerțare. Să aducem mai mulțumire pentru înțelegere și activitatea care ne-a început să o pentru raionul nostru. Și ne dorim o colaborare mai în prelungire pentru alte întrebări care s-o fac. Мы бы не хотели, чтобы нам ответ давало Бельское экологическое агентство, потому что они уже давали ответы. Мы с уважением относимся к их работе. Но эта проблема явно они не решают. Хотя ответы дают очень подробные мероприятия, но сама проблема от этого не исчезает. Но я хотел бы обратить ваше внимание на другой аспект. В ответе, который мы получили от Примарии, переписан протокол заседание, которое провели вы под вашим руководством, когда была реакция на Андрексе Майя, когда протест. И на две трети ответ Примарии состоит, в общем-то, из этих мероприятий. Хотя мы рассчитывали, что Примария тоже подключится к этой проблеме, потому что мы считаем, что это гуманитарный вообще-то вопрос, когда люди страдают, жалуются, то это же выходит за пределы и многие. В Бельцах все чаще обсуждается реакция вашего министерства, что когда у нас сказано, что там провода жалеют, на складе, то есть моя, и они могут бизнес бросить и уехать там куда-то, то мгновенно среагировало правительство, министерство, собрало совещание. А когда люди говорят, что им плохо, то вроде как бы переписывают протокол под Арсенбару и дают нам ответ. Мы хотели бы попросить вас, чтобы ответ был более все-таки гуманитарный, чтобы он учитывал, что проблема не решена, что заверение Примарии и Бельского агентства, что уже все решено, а в ответах сказано, что проблема решена. У нас за эти месяцы с ГАКом называется народный мониторинг, есть более 20 актов, что переместилось время, свечение вам ночное, и если надо, люди готовы будить руководителей экологического агентства помочью и ехать к ним и составлять акты, что проблема не исчезла. Я советник муниципального совета не строю иллюзий, что эту проблему можно решить быстро. Но мы хотели бы просить, чтобы все-таки министерство возглавило эту работу. Может, приближается выборы, мы говорим о европейских выборах, говорим будем о европейских стандартах жизни. Одно из стандартов – это экологические стандарты, которые у нас, к сожалению, дискредитируются вот этой проблемой с этим. Мы хотим просить,
чтобы этот вопрос как бы был на контроле, чтобы появилась информация в прессе, и не только по нашей инициативе, потому что следующее письмо уже там будет не 73 подписи, а 730, потому что люди не согласны с тем, как власти, прежде всего республиканские, реагируют на эту проблему. Мы хотим просить, чтобы, может быть, и при Марии, и в нашем онкологическом агентстве была оказана помощь министерству, не только в плане указания, а может быть, подключение каких-то внешних структур, которые могут в целом для ВИЦ решить эту проблему. Это проблема отечественных сооружений и проблема данного вот этого предприятия. Что вы знаете, что отечественные сооружения, которые строили, где у нас новые вещи, да, к сожалению, и разрушены, и растащены, их уже нет. И мы вообще не видим перспектив, потому что те предприятия, которые мы проголосовали, они взяли на 49 лет, они в ближайшей перспективе не обещают решить эти проблемы. Спасибо. Спасибо вам большое. Я разделяю вашу тревогу, потому что я лично выезжала на этот объект. Вот вы говорили о протоколе, это был замминистра, возглавлял заседание. Мне было интересно самой посмотреть все-таки, что там, потому что мнения разнились. Одни говорили, что были устранены все неполадки, и предприятие может работать. До сих пор действует постановление о приостановке работы предприятия. И мое заключение после визита такова. Пока экономический агент не почистит те озера, не приведет в порядок территорию предприятия, и не сделает экологический аудит, который конкретно даст оценку о состоянии всех отходов и влиянии на окружающую среду, мы не можем говорить о дальнейшей работе. Вот это было мое постановление или мое заключение по поводу этого объекта. Надо дать должное предприятию, что они ряд мероприятий были предприняты определенные меры, они поменяли часть оборудования, но пока у нас не будет экологический аудит, который пройдет все экспертные этапы, мы не можем говорить, влияют, частично влияют, какой уровень влияния на окружающую среду. У нас был эффект негативный, поэтому мы должны сейчас рассмотреть в комплексе вопрос для того, чтобы или дать возможность предприятию работать в тех условиях, когда они будут использовать ту технологию, которая не будет иметь негативное влияние на окружающую среду и на здоровье людей, или же мы примем меры категорично отказать им в работе. Иванович, здесь я еще хотел бы добавить, здесь насчет наших ответов, которые мы полностью переписали, не знаю, какой ответ там был. Если говорить, что никто ничего не действовал, это будет неправда. Что первый, кто отреагировал, это отреагировал от умрения с инфраструктурами, которые работали на месте. Мы собрались все вместе, приняли решение, есть протокол, где четко было указано, до 4 числа, если экономический агент не устраняет, мы брали на себя риск издать распоряжение признанной деятельности. Мы понимали, что так. В принципе, незаконно, но мы шли на это, чтобы основные деятельности предприятия, если вдруг бы национальные все структуры, которые подверглись центральным органам власти, не приняли бы определенное решение для основной деятельности. Протоколе это все. Поэтому сейчас говорим, что мы сегодня делаем протокольное дело. Все вместе сделали, и, в принципе, пока. Но я просто хотел спросить министра взять под контроль этот вопрос, потому что я понял, что госпожа министр в теме, понимает, о чем идет речь. Но при том, при этом, то, что я сказал, что у нас устраивает ответ, мы же имеем право критиковать ваши ответы. Но да, в теме выбора, да. Да, да. Ну и после выборов скоро мы собираться изменится. Если вы успеете до выборов это устранить, хорошо. Я сказал, что проблема глобальная. И попросил, чтобы вам при Марии и нам вынесли деньги. Помог министр, помогли. Понимаете, я вас понял, большое. Начнем смотреть здорово сигнал, прибавить на секторе Кенту. Коллега мне говорит о этот респонс от Примарии, что это сент респонс очень конкретный, но сент что-то де гену. Сам пропус третья технологии продукции алтере. Сам все предметы инсталляции контейнера. Ну, сидикать с тем, не знаю, не знаю, планы активитетс, которые просто могли бы селебрать, include ничьи акции очень клары, интерны очень клары.
Această întreprindere deja a încălcat drepturile cetățeanului. Pentru că noaptea trecută eu vorbesc în acea zonă și colegul meu, domnul Petrov, de asemenea. Și domnul Ceaschi, de asemenea. În fiecare noapte, acest lucru se întâmplă. Dacă e fereastră deschisă, dimineața ești la fermă. Deci, eu vă zic că trebuie alte acțiuni. Nu doar sancționare în sensul că întreprinderea să nu activeze. Poate trebuie să fie impusă prin o decizie ca, din banii proprii, să retehnologizeze, să asaneze acel teritoriu. Este puțin doar să luăm dreptul de a activa. Pentru că este un dezastru. Un dezastru este o problemă pentru sănătatea oamenilor. Am vorbit de Draxen Maier, agentul a lucrat foarte bine, a acționat rapid. Oamenii încearcă și ei, oamenii se indignează, dar nu au ce le vorbi. Deci, poate venim la alte mecanisme mai dure, ca să fie un exemplu pentru toți agenții economice. Acțiunile care au fost întreprinse, aveți perfectă dreptate la indicația inspectorului, deci ei au curățat, au patru laturi de acumulare, am vorbit despre faptul că acolo erau depozitate deșeurile anterioare, deci ei n-au mai mirat faptul de spiritul lor gospodăresc că au venit, au preluat și au depozitat deasupra, deci s-a pornit procesul de fermentare și evident că a dat peste cap toată situația. Deci indicațiile sunt în felul următor. Ei trebuie să cureți laturile de acumulare sau am spus că vor avea un audit clar și se întâmplă la întreprindere și când li se va permite să lucreze numai în condiții, vor avea laturile curate de acumulare, deci unul l-au curățat, conform factorilor au cheltuit 500.000 de lei din banii proprii, le-au mai rămas 3 lapuri să le curețe, deci vor fi obligați să le curețe, deci ei vor fi impuși să achite lucrările din banii proprii și ei și ține de activitatea de noapte, nu știu, vine foarte greu la ei. Oricum, vă spun că impactul mare este și la stația de plan, ca să cunoașteți. Roza vânturilor când bate, deci implică mirosurile respective, că ele cam sunt similare și trebuie să soluționăm problema în ansamblu. Stația de plan trebuie, deci urgent, de găsit o soluție la nivel de administrație publică, să venim cu propunere constructive de să ne debarasăm de astea de 28 de hectare care răsuflă. Dar se poate, eu scurt. Să dă răspuns la de noapte. Dar nu mai lucrează de noapte. Eu n-am spus că lucrează, eu am spus că este mirosul râd. Nu știu că tu vine la stație de prare. Nu știu, eu nu sunt specialist ca să apreciez de mine. Nu, de două ori, poate să vă spune tehnologie ce procedează. Nu poți să oprești o oră și pe urmă să iei corect, nu? Poate. Iar de când este tot asta discuție, я дал 10 лет жить. Правильно, там. Ничего это не даст, что мы закроем. Мы с вами должны прекрасно понимать. Все это политические перетралки, мы были у меня еще с моря со времен каменного века. Значит, пока мы не решим вопрос ЦЭРВа по частным снабжениям, эта проблема у нас будет существовать. Мы кто это сделал, большую ошибку, что уничтожили созданную конструкцию за счет бюджетных денег 50 миллионов долларов, уничтожили, продали. Ну, я не говорю результат. Это просто преступно поступок, который имел возможность решить. Сегодня мы попали в ситуацию, когда спасибо, что мы сегодня имеем возможность защитить проект, имели возможность довершить эти очистные сооружения, которые были бы на том расстоянии от университета, на котором положено по норме, и имели бы нормальную очистку, и не имели бы этих проблем. Эти проблемы существуют во всем мире. Я когда-то поехал за границу, первое, что я просил, отвезите меня на очистные сооружения, как бы не смешно было. И я посетил и в Соединенных Штатах Америки, и в Германии, и в Восточной Европе. Я смотрел, как люди боролись, и сколько это стоит, хочу сказать, что это огромное дело. А мы то, что вложили, развалили, распространили. Вот наша ошибка. Надо каждый день делать. Спасибо, конечно. Павел Бучанский, председатель комиссии муниципальной собственности и экологии, муниципальной собственности. Валентина Алексеевна, если это получится, может быть, будут и вопросы, и, может быть, будут какие-то предложения. Поэтому как разделить задачу. У нас есть составляющие по улице Байдукова, девиз, по контактам, по контактам лицо проживающих в этом
касается районного рынка. Значит, вот я сейчас уточню о том, что к финишу подошел проект, идет центральный взгляд, и он у нас согласование экспертизы, получение экспертизы и так далее и тому подобное. Значит, рядом с этим местом или территорией, где проживают наши жители, улица Дмитрия Карловича Бана, районного рынка, в последнюю очередь было принято решение правительством о создании новой свободной экономической зоны, это территория аэропорта Бывшего. Значит, немного, наверное, вы знаете еще, что рядом чуть далее существует уже действующая свободная экономическая зона, которую вы знаете, коллеги, где размещают развивание и так далее. Но при этом рядом есть и территория, в которой проживают жители. Вопрос и вот предложение. Есть ли возможность правительству, министерству, если оно будет участвовать в формировании, финансировании, проектировании и так далее, свободной экономической зоны, оказать содействие в выполнении тех вопросов, которые предусмотрены проектом, о котором мы говорим, и плюс к этому жителям микрорайона, получается, нового освободия, вот, содействовать о том, чтобы провести там канализацию и заменить ту водопроводку, учитывая, что они очень старые, ржавые, и сегодня вода поступает некачественно. Можно прямо это сделать. Можно ли это увязать в общем проекте с свободной экономической зоной, с проектом, который есть, и дополнить обращение желаемых жителей иметь рекомендацию хорошую работу. Если можно, это первый вопрос или предложение, вопрос вы уже посчитаете нужным. Вот. Еще есть один вопрос, который хотел поднять, вот как-то немножечко обсудить с вами. У нас в Кашмире, допустим, так протекает, у нас в республике Молдова речь такая интернет. Ну, может быть, удивление, может быть, хорошо, может быть, приятно, потому что результаты такая. И через город Бенск, в принципе, был. Так, это была в то время прекрасная, глубокая река, широкая река. Сегодня это уже, как мы говорим, воду в рамки меньше этой реки. Но при всем при этом несколько километров, там, наверное, мои коллеги подтвердят, более точную цифру, эта река протекает по городу, по муниципу. Ну, такой вид, таких берегов, такой вид, прилегающей территории, которые есть. Конечно, это очень плохо, очень неприемлемо сегодня видеть это такое. Можно ли в рамках министерства по каким-то средствам, пропагандам, предупредить в том числе и Инкуреву, прилегающую территорию муниципального, и те, которые протекают по территории Бенск, для того, чтобы ее облагородить, для того, чтобы ее привести русло, наверное, хорошее, приятное. И плюс к этому еще, наверное, ну, экологи знают, что это надо делать, там, посадить, наверное, какие-то деревья и прочее, тогда надо даже сделать какие-то зоны отдыха. Почему? Потому что в некоторых местах, где протекает река, проживают жители многоэтажных домов, наверное, что там есть жители. И еще, если можно, уже покупать, я не прошу прощения так долго. У нас соблюдение озера, наше с районом Полежки. Значит, ну, если сегодня выйти на это озеро, поверьте, если мы с вами поедем, не стыдно будет, ну и вам тоже не будет приятно, как министр. Самое в таком состоянии это озеро, которое граничит двух районов, муниципия, район Полежки. Я думаю, что может быть, опять же, предложение, как дискуссия о том, что может быть министерство тоже имеет возможность, будет иметь желание о том, чтобы рассмотреть проект по этим двум составляющим озера. И это озеро, мало того, что мы можем сделать зоной отдыха для всех, и для флористян, которые проживают, жителей Флориста, и для гречан, которые проживают в Бельце. И перевести это озеро, может быть, совместно с нами, с местной органом власти, перевести вот эту экологию, чтобы было приятно, и было возможность использовать такие ресурсы наши природные для дальнейшей жизни и дальнейшего проживания. Спасибо. Я вам часть спросы, данный министр Республики на честь премии Требетты, Кавеля Тресатовом участке, еще по частам до мира дастись я с решетом к главному министру Интересии вашей лица ответ. Ну, вы спорахте. Să ne întâlnim și să colaborăm și să cooperăm, pentru că ușurile la mișcări sunt deschise.
doamna Marisa s-a convins de lucrul ăsta, pentru că atunci când nu este clar o problemă, toată lumea este receptivă și este gata să răspundă la întrebările dumneavoastră. Și mă bucur că cel puțin avem un moment pozitiv, avem deja realizat proiectul ăsta de 5 milioane și ceva, pentru Bălțul Nord, dar mai avem foarte multe probleme cu mulți rezolvă. La întrebările dumneavoastră, mă pare. Primul rând, dumneavoastră, ca consilier responsabil de protecție mediului, chiar că este cel mai apropiat prieten al nostru, al Ministerului, pentru că să fiți mesagerul sau legătura dintre municipiul Bălți și dintre Minister. Deci, absolut toate propunerile dumneavoastră sunt foarte constructive. Nu știu dacă ne-am regăsit cu proiectul cu canalizarea și cu zona liberă, evident că este bine soluționat pentru toată localitatea, dar vă asigur că dacă veniți cu proiectul de partea cetățenilor primării, va fi examinat. Decizia nu mi aparține numai mie, eu sunt președintele Consiliului la momentul actual ca ministru, mai sunt 6 membri care se dau părerea, dar atunci când proiectul este bun și este pentru cetățeni, proiectul are succes din cauză. Pentru 2014 puteți să-l prezentați, dar banii sunt deja distribuiți, adică ați putea să fiți acceptați pentru 2015. Aveți perioada de pregătire a documentelor și prezentare la fond. La fel cu amenajarea râului sau cu lacul, vă dați seama că sunt foarte multe obiective în Republică care necesită o altă abordare și Ministerul pur și simplu nu este capabil să, pentru fiecare parte să facă proiecte și să le prezinte. Deci dacă dumneavoastră vă selectați un obiectiv cu prioritate și veniți iarăși cu proiectul respectiv, condițiile de finanțare sunt pentru primărie, este acceptat un singur proiect pentru anul de raportare și dacă duceți la tot sfârșit, puteți să reveniți cu altă propunere. Adică la fiecare administrație publică locală, deci alegeți-vă prioritatea numărul 1, pregătiți documentația pentru vorbim de canalizare, că aveți deja cu documentele pregătite, pachetul de documente. Deci cererea de solicitare este pe site-ul Ministerului Mediului, vedeți de care documente mai aveți nevoie. Sau îi contactați la telefonul 204518, este 204518 și o să primiți o informație amplă de la Fondul Ecologic. Obligator